сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Итак, дисциплина начинается у нас с прогулки. То есть вот у нас собака, которая была не приучена к клетке, да, вот она сидит там в клетке, дверь открыта абсолютно. Вот, и выход на улицу у нас начинается... Вот я открываю дверь, да, вот дверь открыта. Никто не ломится, потому что у нас есть старшие собаки, которые показали, как себя вести надо. У нас все на любви, на взаимности. Маруся, кто тебя выпустил? Иди в будку. Маруся, в будку иди. Молодец. Гуляем. Пошли. Молодцы, гуляй. Так, бар. Иди, гуляй. Ну, все дела были сделаны, погуляли. Теперь идем домой. Маруся, Луна, домой. Акбар, домой. Домой. Собака без поводка. И сейчас будет кормежка, поэтому все должны идти в будку. Домой, 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 заходим. Акбар. Давай, заходи. Маруся, в будку. Маруся. Хорошо, молодцы. То есть, вот так вот, вот у нас обычно происходит заход домой. То есть никто ни за кем не бегает. Все знают, что это положительно. Они прекрасно знают, что они зайдут и сейчас получат питание. То есть у них мотивация есть.